Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Русов АПС, и перед началом данного видео я хочу вас уведомить о том, что сегодня также будет стрим через минут 20 после выпуска данного видео. Все, ребят, сегодня у нас такая тема, это легенды южноамериканцы против легенд, вообще просто легенд, потому что я буду играть против бота, а соперника бота невозможно настроить там, по крайней мере, в данной части, и поэтому у меня будут играть южноамериканцы. Это, ну, вы поняли уже, те, кто родился в странах Южной Америки, против просто легенд. И монтаж этого ролика был очень энергозатратный, поэтому лучше для меня благодарность от вас будет лайк и подписка на данный канал, а также лайк. Все, ребят, погнали смотреть этот видос. Ну и захотите, можете еще и на Инстаграм подписаться, название Инстаграма в описании. А тем временем Марадона делает финт 360 и бьет шведой, но попадает в защитника. Далее, Марадона также раскидывает всех, тут оббегает и бьет, но Яша на месте. У меня, кстати, я уже заснял сольник про Марадону, если хотите, я выпущу именно про Марадону. Там просто угар был полный. Но тут Эсебио, пока я тут с вами разговаривал, забивает гол, обыгрывает всех, просто оббегает там Несту, оббегал и еще какого-то там защитника и забивает. Ну, Яшин, конечно, здесь в позиционной борьбе потерялся. Далее, тут уже атака против меня, и здесь Яшин на месте. Тем временем, кстати, забыл напомнить, что я лидирую 1-0, но недолго, так как Пеле здесь ложным замахом смутил Яшина и вторым ударом уже забивает гол в мои ворота. Да, вот печалька. Но здесь Фиго, Пеле поборолся. Неудачный подкат от защитника соперника. Да, и, ребят, сорян, что здесь одинаковые формы, но здесь, да, Пеле забивает. Нельзя сделать по-другому, видимо, только один вид формы. Хотя, когда выбираешь команду, представлено несколько. Все, ребят. Подошел к концу наш видеоролик. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, репостите данное видео в нескольких социальных сетях. Подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на второй канал. Там я играю в различные игры, ну то есть занимаюсь их прохождением лампово, так скажем. Вот. Понравилось видео, еще раз говорю, ставьте лайки. Ну, я не знаю, что еще можно говорить. В общем, ребят, всем пока. Заходите на стрим. Вот через 20 минут, я думаю, мы начнем даже через 15. Все, пока.